Celluloid Dreams представляет. Совместно с Don Carmody Productions, Corimar Productions, MCP Productions и Port Pictures. В ролях Гэбриэл Бирн, Джессика Паре, Брайан Глисон, Антуан Оливер Пилон, Карель Тремблей и другие. Режиссер и автор сценария Мэтью Бисонет. Господи Иисусе. Просили, чтобы привез за 15 минут. Пожалуйста, привез. Теперь ваш выход. Забираем деньги, успеваем в аэропорт, я получаю свою сотню. Не глуши мотор. Вечеринка окончена, ублюдок. Сука, твою мать. А ну-ка пошел отсюда. Простой диджей. Ты уверена? Да. Да. Да, хорошо, она уверена. Человек. А ну давай, дай я ухожу. Уходи. Ты говно. Не надо перестать, да, оба. Ты че, просто уходите. Свалил быстро. Уходи. А ну давай, собирай свои ошмати. Ты не отсюда. Пошел, ладно, убирайся к черту отсюда. Мудак, пошел ты. Господи, Линда. Я не знаю, что сказать. Ведь это... Что вообще можно сказать? Я знаю, я виновата. Но дело не только во мне. Что? У нас все было плохо. И тебе ли об этом не знать? У нас уже давно все остыло. Ты сама-то себя слышишь? Ты давно все остыло. В нашей постели, Линда. В нашей постели. А сам-то ты сколько раз так поступал? К тебе-то вопрос именно. Сколько? Сколько баб ты трахнул в нашей постели? Мы оба знаем, что это так. Я это знаю, ты прекрасно знаешь. Эй, нам пора. Что? У меня нет времени на это. Где мой бумажник? Что? Где мой чертов бумажник? Он на столике. Так, хорошо. Мне нужен развод. Серьезно? Сегодня твой счастливый день. Ты его получишь. Вернусь поздно ночью, чтобы духу твоего здесь не было. Можешь не сомневаться, меня уже здесь и так все достало. Что за дела, чувак? Что это? Мужик с голой жопы выбегает. И ты застрял. Что происходит? Просто увези меня нахрен отсюда. Не вопрос, но сотню ты мне все равно должен. Да, получишь. Поехали. Ну ладно, как скажешь. Ладно, погнали. Naked body.
Привет, пап. Прости, что опоздал. Мой любимый сын. Вот это да, времена изменились, а шутки нет. Ты нажрался? Пару стопок никому не помешает. Да. Есть у меня одна новость, Лейтон. Моему браку конец. Линда и я, мы решили развестись. Господи, пап, мне жаль. Да. Но оно ж к тому и шло. И, возможно, к лучшему. И все. Целых 10 секунд сопереживания старику-отцу, чье сердце готово разорваться, как мешок, набитый дерьмом. Мне правда очень жаль, пап, но я совсем не удивлен. Да уж. А знаешь, я тоже, если честно. Да. Ладно. Чем же я обязан чести быть приглашенным в этот роскошный бар в центре города в такой погожий день? Что ж, я просто скажу, как оно есть. Я, кажется, влюбился, и я совершенно точно гей. Ух ты. Да, я этого не ожидал. А мама знает? Я сказал ей на прошлой неделе. И сестра тоже? Да, конечно. Ты же сможешь это принять? Да, да, конечно, все в порядке. Что бы там ни случилось, ты всегда будешь моим маленьким мальчиком, моим малышом, которого я катал на плечах, когда ты был не больше орешка. Да. Да. Но быть неуверенным, что любишь, но уверенным, что гей, это... О, господи, Лейтон. Пап, да. Я люблю тебя, старина. Спасибо, папа, я тебя. Ну ладно. Ладно, пап, вот и славно. Да, сын. Славно быть, возможно, влюбленным и точно знать, что ты гей. Это да. Бог ты мой. Что ты там высматриваешь? Да ничего, ничего. А знаешь, это как раз то, чего Линда никогда не могла понять. Как это здорово просто по-настоящему любить. Да уж. Потому что это все, что у нас есть, в конце концов. Любовь. Как говорится, сердцу не прикажешь. Ну что ж, мы уже обсудили достаточно новостей для семейной встречи, а я еще хотел бы поесть что-нибудь. Сегодня игра, надо набраться сил. Ты что будешь? Здесь неплохие стейки. Эй, видишь там 23-й номер? Это мой сын. Да. Мой прекрасный мальчик. Дамы и господа, давайте поприветствуем Марту Ричард, как это принято у нас на Хэмилтон Факторис. Она исполнит сегодня наш гимн. Просим всех подняться со своих мест и снять головные уборы. Let it go by.
Родная, я дома. Я смотрю, ты совсем охренела. Я разве не говорил тебе про дух и все такое? А ты еще и дымишь здесь своими сраными сигаретами в моем доме. В моем, мать твою, доме. И это все при том, что ты прекрасно знаешь, что я ненавижу запах сигарет. Какое изысканное владение слогом из уст профессора колледжа. Что за... Папа? Привет, Сэм. А что ты здесь делаешь? Я тихо проводил время за стаканчиком и сигаретой. Мне затушить? Нет, кури спокойно. Рак тебе уже не страшен. Ты же все еще мертв, ведь так? О да, я все еще мертв. И рак не страшен. А ты здесь неплохо устроился. Спасибо. А вот видок у тебя совсем не важнецкий. Да, знаю. Я просто... У меня сейчас просто черная полоса. Такова жизнь. Это прям в точку. Дождись, пока порвется цепь земных страданий. Забавно, что ты вспомнил старину Гамлета. Его же, кажется, тоже посещал дух его умершего отца. Или наоборот? Тоже верно. Так что? В чем проблема? Ты либо и правда призрак... Либо моя крыша уехала гораздо дальше, чем я думал. Похоже на то. Хотя нет, ничего такого, что нельзя было бы поправить. Итак, я слышал, у тебя не складываются брачные отношения? О, да. Она встретила кого-то, кто трахается получше. Или я просто ее уже задолбал, что будет правдее. Ведь призракам нужно говорить только правду. Возможно. И, возможно, ты ее просто задолбал. И еще, возможно, ты староват для нее. Спасибо, пап. Никогда не видел, чтобы у мужика было столько баб. Это какая-то одержимость. Типа у тебя соревнования с кем? Не знаю, пап. Может быть. И всех своих красавиц ты пускал в дом. Ага. С тобой точно что-то не так, сын. А ты ужасно проницателен, пап. Даже чересчур проницателен. Раз уж мы говорим, типа, как мужик с мужиком, на чистоту, о женщинах, можно задать вопрос. Почему наша мама бросила нас? И в частности тебя. Вот в чем вопрос. И при том хороший. Да. И... Каков ответ? А я не знаю. Что это нахрен значит, ты не знаешь? Ты же призрак. Ты всезнающий, сверхъестественный. Как это вообще? Призраки такие же, как люди. Кое-что знают, а чего-то и нет. А какой прок от призрака, который ни черта не знает? Призрак отца Гамлета знал кучу вещей. А ты пришел и вообще не при делах. Надо признать, ты ужасный призрак. Чертовски никчемный, жалкий, дурной, нелепый, хуёнов призрак. Осторожнее. Да пошло все. Ладно. Пора в постельку. Но я еще не устал. Я знаю, малыш, но пора спать. Да.
У кого-нибудь есть жвачка? А, у меня, сэр. Лаура, да. А, о, классно. Давненько такое не жевал. Эту моя мама любит. Угу, ну еще бы. Потому что у нее очень-очень ядреный вкус. Конечно, именно так, сэр. Ну что, самое время вернуться к поэзии. Очень-очень ядреной поэзии. М? Есть желающие? Есть у кого что-то на примете? Нет? Как насчет такого? Я встану и пойду вперед, повсюду день и ночь. Услышу плеск о берега озерных чистых вод. Пока стараюсь путь свой я далекий превозмочь. О, дорог сердцу стук и мысли ход. На чем мы там остановились? Политика Фрэнка Скотта, сэр. Политика Фрэнка Скотта. Вам нужно понять, что вся политическая активность Скотта была во многом обусловлена Великой депрессией и огромным влиянием, которое она оказала на его поколение, которое воочию наблюдало, как весь мир катится в тартарары под гнетом мирового капитализма. Есть желающие прокомментировать сказанное? Провести параллели? Вам слово. Кто хочет? Как насчет вас с телефоном, мистер Кларк? О, сорян. Я хотел бы официально заявить, что напитки разбавлены. У гардеробщицы явно сифилис. А преподы, как один, монстры СС в отставке. Однако, по случаю кануна Нового года и обнаруженного у меня рака губы, я надену бумажную корону на свой кукан и станцую. Это было очень впечатляюще. Все молодцы, но... Как конкретно, как песня Леонарда Коэна «The Music Crept By Us» связана с политикой Фрэнка Скотта? Простите, что, профессор? Вы только что цитировали песню Леонарда Коэна. Какое отношение она имеет к тому, что Скотт был сраным коммунякой? Я не понимаю, о чем вы, сэр. Я только сказал, что не особо готов по теме Великой депрессии. Не надо больше поэзии, пожалуй. Хоккеисты на льду. Они были как ангелы на коньках. Я видел ангела как-то. Правда, под кислотой. А я-то не был под кислотой. Да, но... Бонсуар. Благодарю. По сути, это не важно. Может, это просто воспоминания? Нет, не было у меня ничего такого. Это скорее как сон. Тогда... Возвращаемся к моей первой гипотезе. И какова же она? Такова, что у тебя чердак протекает, мой старый друг. Или кукуха улетела, в зависимости от того, как на это посмотреть. Но если серьезно, завтра первым делом ты идешь к доктору. Хорошо? Потому что я уверен, этому есть очевидное объяснение. Ну, типа, не знаю. Ты принял Викодин, а потом бухал как не в себя двое суток. Теперь тебя то накрывает, то отпускает. Какой-то лютый алкопсихоз. Да, да. Может, ты и прав на этот счет. А следовательно, тебе надо на время завязать. Да, ты снова прав. Прямо начиная с завтра. Дорогуша, можно мне повторить? Большую. Конечно, спасибо, профессор. О, не рановато для Хэллоуина, а? Пойдем, я тебя угощу. Но только ты, пожалуйста, не воспринимай это на свой... А ты любишь Рождество? Я обожаю. Бурый медведь
спрашивает у Белого. Скажи-ка мне, а каким ты мылом пользуешься? Не дошло? Он бурый, а тот белый, типа чистый. Ну, ты, парень, никак не смекаешь. Я с женой расстался, могу теперь гулять. А Ирин пока Пока, Ирин, пока. Какие-нибудь проблемы со зрением, речью или со слухом, помимо этих галлюцинаций? Может быть. Смотрим на свет. Резкие перепады настроения или трудности с способностью концентрироваться? Ну, я расстался со своей женой во вторник, поэтому с настроением у меня сейчас не особо. О, мне очень жаль. Проблема с памятью? А какой был вопрос? Пытаюсь шутить. У вас почти получается. И последнее. Трудности при ходьбе, дезориентация? Нет, только когда я в стельку пьян. О, и как часто вы пьяны в стельку? Последнее время частенько, да. А если конкретнее? Ну, последние несколько дней я, можно сказать, вообще не просыхал. Плюс усердное злоупотребление алкоголем в течение последних 40 лет. Сколько в среднем в сутки? Ну, рюмок 5, 7, 13. Последние 40 лет? Угу. А последние несколько дней? 23, 39. В сутки? Да. Что ж, мои поздравления, Сэмюэл. Это чудо, что вы еще живы. Мне так все говорят. И они совершенно правы. Что ж, не могу сказать, что налицо все симптомы злокачественной опухоли мозга. И большинство из них указывают на, не беря в расчет призраков и поющих студентов, на ваш беспробудный алкоголизм. Да, но я не алкоголик. Хорошо. То есть вы пили на протяжении всей своей жизни, и при этом вы не алкоголик. А, хорошо. Вот и договорились. Итак, не хотите выпить за компанию? Нет. Не хочу. Скажите, Сэмюэл, у вас есть кому рассказать о том, что с вами происходит? Очевидно, нет. Зовите меня просто Сэм. Я говорю о близких друзьях, семье. Да фига. Вагон и маленькая тележка. Отлично. Поговорите пока с ними, а мы увидимся позже и обсудим результаты вашего МРТ. Это свидание? До свидания, Сэм. Надеюсь, ты сможешь меня простить, Джази. Выглядишь вполне себе белый, малыш. Папа, что ты здесь делаешь? Да вот, захотел проведать свою любимую дочку. Здорово. Угостишь меня обедом и заодно расскажешь, как просрал свою жизнь. Звучит заманчиво. Алекс, когда вернусь, белый должен быть белым, а не цвета того, что ты вытираешь, когда твой дружок кончает тебе на лицо. Хорошо, Джази. Джази, не стоит так грубо разговаривать. Некрасиво. Да, папа, некрасиво, но как еще можно достучаться до этих ленивых мудаков, а? Ну, хорошо. Пойдешь обедать так или переоденешься? Дай мне 5 минут, хорошо? Конечно. Тебе понравилось? Нет, на мой взгляд, это ужасно. Да ладно, сам ты ужасный. Мне понравилось. Правда, то, что я видел. Он об ужасах брака.
Да, я как-то сразу так и подумал. Ма говорит, ты застукал Линду с мужиком? Что? Твоя мать знает? Конечно же знает. Я же специально говорил Эйтану никому ничего не рассказывать. Странно, что ты вообще помнишь, что с ним встречался. Никакого уважения к слабостям в этой семье. Чтобы я еще раз кому-то здесь открыл свою душу. Bienvenue. Господи, мать твою! Est-ce que tu vas bien? Вы просто застали меня врасплох. Ничего страшного. Пожалуйста, за мной. С тобой все в порядке? Да, в полном порядке. Так что еще она сказала? Она смеялась. Она смеялась. Ваш официант скоро к вам подойдет. Могу я предложить вам напитки? Просто воды. Бокал белого вина, пожалуйста. Ну, а еще что-нибудь говорила? Да, в общем-то, это все. Сказала, что ты запалил Линду с каким-то мужиком, что ты снова-таки разводишься, и потом она смеялась. Но она смеялась громко и очень долго, чтобы ты узнал, что ей не все равно. Ну да, конечно. Ты думала когда-нибудь о жизни? Чего ты достигла, что тебе не удалось? Каким человеком ты хотела бы стать? А, нет. Но напоминаю, мне всего 20 лет, так что... Ну, конечно же. Я был хорошим отцом. Нет, я, конечно же, был не без греха, но если в целом. Ну, ты мог бы быть с нами почаще. Гораздо чаще. Особенно после вашего развода. Не для меня. Я-то в тебя пошла. Я справлюсь. А вот Лейтон, он всегда был слюнявой соской. Ну, как ты можешь так говорить о своем собственном брате? Ты хоть иногда вслушивайся, что выходит из твоего рта. Это твоя мать виновата. Всегда материлась, как чертов сапожник. А она винит тебя. Так что вы квиты. Да. Так ты о чем-то еще мне хотела рассказать? Не, только об очередном разводе. Вуаля. Спасибо. Avec plaisir. Без вина, без виски? Что празднуем? Да, я просто решил притормозить слегка. Не самая плохая идея. Да уж. А как насчет тебя? Есть о чем мне рассказать? Да не особо. У меня новый парень. О. Да. Я смотрю теперь у всех по парню. Лейтон, Линда. Линда. Как она могла так поступить? Даже не знаю, пап. Может, она просто чертова идиотка? Да. Да, может быть. Да. То, что мы видим здесь, это глиальная опухоль четвертой степени, или так называемая глиобластома. Она разрастается и оказывает давление и на лобную, и на височную доли мозга. Угу. И это то, что вызывает галлюцинации? Я не знаю сам. Можно сделать другие тесты и попытаться выяснить, но... В чем я уверена наверняка, так это в том, что опухоли больше я никогда не видела. И она растет в участках мозга, отвечающих за мышление, рациональность, поведение, память, зрение, слух и эмоции. Да я как-то и без них всегда легко обходился. Так. Так что будем делать? Она слишком большая, чтобы быть операбельной. Если бы мы узнали о ней раньше... Да, но... Что мне теперь делать, доктор? Не буду врать вам, Сэм. Эта опухоль будет становиться только больше и больше. Что, вероятно, станет причиной вашей смерти. Когда? Через пару месяцев. Может, через год, но навряд ли больше этого.
Так, надежды совсем нет? Ну, лучевая терапия может выиграть какое-то время, но зафиксированные случаи существенного увеличения срока жизни с этим типом опухоли были только у 3%. А ваш случай крайне тяжелый. Так, явился, не заблудился? Счастливого дня благодарения тебе. И тебе того же самого. А где же твоя Линда? Кубики качает. Нет, похоже, она работает над чужими кубиками. О, боже ты мой, прости меня. Иди ко мне, глупенький. Извини меня. Я в порядке. Я в порядке, да. Ну ладно, проходи. Ребята! Эй! Смотрите, кто пришел. Что с тобой случилось? А, да так, такая игра. Я начинаю переживать за тебя. Лучше переживай за того парня. Я вырубил этого сучонка с одного удара. Привет. Пап, это Чат? И Чат — это мой пап. Он преподает поэзию. Прикольная рифма? Да, просто гениально. Приятно познакомиться, Чат. И мне. Можешь принести мне большую взрослую порцию виски, пожалуйста? Ты же вроде притормозил. Процитирую одну гениальную писательницу. Тогда было тогда, а сейчас это сейчас. Торопишься на кладбище? Кажется, уже. Да уж, приехали. Это Сьюзен Хинтон. Да. Да, я всегда был неравнодушен к ней. Я тоже. Мне нравится «Изгои», «Бойцовая рыбка». Да и «Текс» очень даже. Книга или фильм? Все фильмы, конечно, хороши, особенно «Бойцовая рыбка», но я как-то книги больше люблю. Книголюб? Да, сэр. Я учусь на филолога. В МакГилл, очник. Приду к вам на лекции в следующем семестре. Слушай, она пригласила тебя на этот ужин. Вот за ней и ухаживай. Нет, я серьезно, сэр. Я правда очень интересуюсь канадской поэзией. Да, честно, я хочу стать писателем. О, боже. Кажется, вечер обещает быть томным. Да, я не шучу. Это то, к чему я иду. А вот и я со взрослой порцией виски. Что ж... Женщина существует, чтобы угождать. Смерть патриархату. Смерть патриархату. Будем. Будем. И они забаррикадировались у меня в кабинете и поклялись не выходить. Директор хотел, чтобы я вызвала полицию, но я не стала. Заказала им пиццу. Попросила охранников приглядывать за ними, и мы разошлись по домам. В понедельник там никого уже не было. Все было прибрано и чисто, если не считать огромной кучи дерьма у меня в туалете. И на этом все. Вот и весь протест. На что же еще рассчитывать, будучи деканом юрфака? А чего твои друзья теперь-то отстаивают? Руки прочь от Фейсбука? Но не всем же быть винтиками в военной машине неолиберального капитализма. Да я в хоккей играю. Какая здесь может быть связь с твоей неохренотенью? Хлеб и зрелище, братишка. Они дуют в дудку, а ты танцуешь под нее на льду, как маленькая кукольная шлюшка. Осторожней со словами, ладно? Нет, это ты будь осторожнее, чудила. Вокруг нас чертова война. Господи. Могу я спросить тебя кое о чем, Джонатан? У тебя никогда не было пациентов, у которых внезапно случались галлюцинации страшнее самых страшных триллеров? Например, лев в гостиной.
Что-то типа того. Я читал статью. Мужчина – жертва жестокого нападения. Он выходит из комы и вдруг оказывается способен решать сложные математические задачи. Он был инструктором по вождению, со средним образованием. Но внезапно он стал видеть цифры и формулы во всем. Человеческий мозг – это странная, прекрасная и пугающая штука. Это уж точно. Прошу меня извинить. Твою же мать. Когда у тебя следующая игра? Я бы тоже не отказался. Господи Иисусе. У меня чуть сердце не разорвалось. Виноват. В этом была бы ирония или просто совпадение? Что ты думаешь как профессионал? Не знаю, пап. Может, мне так везет. Да уж. Плесни ко мне. Ты же призрак. Зачем тебе виски? Может, я пить хочу? А. Какой вопрос, такой ответ. Вот, держи. Что ж, похоже, я умираю. Да, я слышал об этом. А, твой костлявый друг в соседней комнате? Сорока на хвосте принесла. А как это? Да это поговорка. Ты птицу представил? Умирать. Скажи, каково умирать? А каково заниматься сексом? Или каково любить? Видеть снежинки? Что-то я не помню, чтобы ты был таким поэтичным, таким уклончивым. Ну, спроси еще, правда ли, что луна – это сыр? Детей приносит аист, ну и так далее. А что насчет мамы? Как ты можешь не знать, почему она ушла от тебя? Нет, ну правда, как мужчина может не знать этого? Это не просто сын. Знать, что творится в сердце другого. Пьем в одиночку. Знаешь, как говорят? Ага, я в курсе, у меня проблема. Уверена, что ты можешь ее решить. Но если тебе понадобится помощь, у меня есть контакты. Я справлюсь. Но спасибо. Хорошо. Как знаешь. Что ж, я еще хотела тебе сказать. Мы хотим сделать объявление сегодня перед десертом. Джонатан сделал мне предложение. И я согласилась. Бог ты мой. Просто хотела предупредить. Это замечательная новость. Я так счастлив за тебя. Спасибо. И я всегда думал, что ты выглядишь очень-очень сексуально в белом. Да ладно. Правда? Да, я... Что за хрень? Ты совсем, что ли, ополоумел? Вернись в реальность. Оу! Больно. Что у тебя в башке? А вот ты реально лажанул, когда дал ей уйти. Да заткнись ты уже нахрен, пап. Мистер Оши, это я, Чак! Чак, парень Джози, с Днем Благодарения!
Ты? Я так рад тебя видеть, чувак. Ее здесь нет, да? Нет, она дома. Я потерял все, что имел. Так что не повторяй моих ошибок. Нет, не волнуйтесь, хорошо? Я люблю ее. Все будет как надо, обещаю. Сейчас мы вас подбодрим. И после того, как он вернулся из Таиланда, его отец начал, типа, приходить к нему, как призрак. И они разговаривали о жизни, о смерти и обо всем таком. Даже вроде помирились, но тут его наркодружки, они вернулись, и опять все по новой, понимаешь? Да. Мой отец умер, когда мне было совсем немного. Ну как немного? Я был моложе, чем ты сейчас. И знаешь, это просто ужасно. Потому что ты вдруг... Ты совсем один. Понимаешь? Согласен со мной? Да. Хорошо. Ну, в смысле, мой отец все еще жив. Это только в книге он умер. Так что... А знаешь, я всегда хотел написать книгу. Обо всей этой безумной хренотени, которая случилась со мной. Ну, тут всякие женитьбы, разводы, дети. И, знаешь, учить студентов по чужим этих книгам. Я так и не смог найти в себе силы просто начать писать. А ведь это именно та, сука, вещь, которой я всегда хотел заниматься. Я... Да ну нахер. Следуй за своими мечтами, Сэмми. Они приведут тебя домой. Да. Да. Еще увидимся. А? Хорошо? С вами все будет хорошо? Да, со мной все нормально. Ну, здорово тогда. Слушай, Брэндон, спасибо, что согласился приглядеть за этим. Да я с удовольствием. Может, мне и студентов твоих взять? О, было бы здорово. Я закончил с ними Мильтона Экорна. Собирался начать Маргарет Этвуд. Супер! Обожаю Маргарет. Это моя любимая Этвуд из всех Этвудов. Передать еще что-нибудь детям от тебя? Ну, я не знаю. Скажи им, чтобы смотрели по сторонам, когда дорогу переходят. Бесценный совет. Да. Ну что ж, мне страшно за Ирландию. Счастливого пути, старина. Счастливо оставаться. Adresse à ces mots au courant fugitif. Il adresse à ces mots. Si tu vois mon pays. Mon pays malheureux va dire à mes amis que je me souviens d'eux. Va dire à mes amis que je me
А, какой приятный сюрприз. Как дела? Шикарно. Как долетел? На самолете. А ты? Своим ходом, спасибо. Как остроумно. У тебя было столько времени, мог бы уже придумать что-нибудь посмешнее. Ну, знаешь, как говорят, смеяться легко, шутить трудно. Это правда. Пойдем, покажу тебе, что здесь да как. Ну что ж, что мы здесь делаем? Я подвожу итог своей жизни, размышляю о смерти и работаю над великим американским романом. А ты, хрен тебя разберет. Пишешь книгу? Святые Мария и Иосиф, ты еще тупее, чем я думал. Возможно. Очень вкусно, пап. Готовить ты стал лучше. Что ты говоришь такое? Я всегда отлично готовил. Это было наше любимое блюдо. Забыл, что ли? Да, я помню. Я ничего не забыл, пап. Ты, я, в нашем старом доме в Дублине, здесь. Знаешь, когда мы с Женевьевой развелись, и у меня остались только дети, вот тогда-то я начал вспоминать о нас с тобой. И о том, как я рос без мамы. И что единственное, чего я боялся больше всего, потому что знал, какое горе оно принесет. Разбитая семья. Оно как раз и случилось. А знаешь, странная штука жизнь. Со всеми ее недостатками другой бы не пожелал. Я бы не пожелал другой. Каждая прожитая минута с тобой. Помнишь велик? У меня там наша фотка на стене. Все, кроме смерти. Когда оставил тебя одного. Своего малыша. Все хорошо, пап. Все хорошо. Спасибо. Добрый день. Бонжур. О, вы француженка? Я из Канады. Это проблема? Нет, просто вам никогда не казалось, что Бог смеется над вами? Постоянно. Какая сегодня шутка дня? Я совсем недавно прилетел из Монреаля, и вы здесь. Читайте Леонарда Коэна. В таких случаях обычно говорят, мир тесен. Вот именно. Мир воистину тесен. Аминь. И как вам нравится? Да, нравится. Глючно, но шестидесятники, походу, все такие. Да, мы такие. Хотя мне лично всегда особенно нравилась любимая игра. Серьезно? Вполне серьезно. Это мой любимый роман.
Если Бог задумал пошутить над нами, придется смеяться вместе с ним. Да, отличная идея. А можно я задам вам... Что вы здесь делаете? Можно. Я задаю этот вопрос себе каждый день. И? И моя мать ирландка из здешних мест купила себе магазин от нечего делать. А вы? У меня здесь старый дом у моря. Я уже давно хотел приехать, пожить в нем и посмотреть, изменилось ли что. Предположу, что все осталось в точности, как оно и было. Оно и неплохо. Мне перемены без того хватает. Ваша сдача. Спасибо. Приятного отдыха. А вам чтение. Что ж, и вот долгожданный момент настал, пап. Что случилось между тобой и мамой? Я не просил о многом. Жена, семья, нормальная работа, достойные деньги. Чтоб чертовы англичане к нам не лезли. Вот и все, что нужно. Но ее желания... Они были сродни твоим. Откуда тебе знать про мои желания? Господи, парень. Кто угодно с первого взгляда поймет все о твоих желаниях. Ты весь в свою мать. И эти желания гораздо важнее, чем я, ты сам или кто-либо. Она поддалась, и мы больше мы ее не видели. Вот и вся история. Но видит Бог, я любил ее. Господи. Все это крайне печально. Резанул по-живому. А с правдой всегда так. Ты же всезнающий призрак, отец. Скажи, зачем вообще все это? Ты должен сам понять, сынок. Должен. Но я ни хрена не могу. И я не такой же, как мама. Даже близко не такой, как она. Извините, у вас можно купить хоккейную клюшку? А, мне так жаль, мы как раз продали последнюю. А, ну как же так? На самом деле это хитроумный предлог для продолжения общения. Ух ты, и о чем же мы будем продолжать общаться? Можно начать с простых вещей. Какой твой любимый цвет? Вы же это уже проделывали раньше, ну, да? Ну да, много-много раз. Я специалист в этом. Вау. Ну, если так, желтый. Что дальше, мистер специалист? Дальше мы узнаем друг друга через приятную беседу. Теперь твой вопрос мне. Твой любимый цвет? У меня его нет. Человек-загадка, ого, становится все интереснее и интереснее. Ну и что же будет дальше? Думаю, что опрос закончен. О, нет. О, да, мы обсудили все основные моменты, все, что нужно знать друг о друге. А как же твой любимый овощ? Твой знак зодиака, твое имя. Сэмюэл Уши. Шарлотта Лефлёр. Очень приятно, Шарлотта. И теперь, когда мы так близко знакомы, могу я угостить тебя бокалом вина? Почему бы нет? Пошли. Но тебе разве не нужно сейчас быть здесь? Да к черту. И чем же ты занималась в старом добром Нью-Йорке? Я долго работала моделью, а
Потом мне стукнуло 30, и всему конец. Тогда я взяла накопленные деньги и с друзьями открыла ресторан. А потом моя мама заболела, и так я очутилась здесь. Привет, Шарлотта. Привет, Кевин. Как дела? Все круто. А это кто? Сэм Ушей. Рад знакомству. Час кослате. Томоло раштам. Лотхом. Хорошо, что поздоровался. А теперь пока. Теперь пока. Это кто? Да просто друг. Коллега. Так о чем мы говорили? Как я скопила кучу денег. Скопила кучу денег? Тогда следующий за твой счет. Не вопрос. Но мне пора домой к матери. Могу я подвезти тебя? Не надо. Я справлюсь. Но мне было весело. Да. Очень весело. Спасибо, Сэмми Лоши. Спасибо тебе, Шарлотта Лефлёр. Why don't you try to do without him? Why don't you try to live alone? Do you really need his hands for your passion? Do you really need his heart for your throne? Do you need his labor for your baby? Do you need his beast for the bone? Do you need a whole leash to be a lady? I know you're gonna make it on your own. Why don't you try to forget him? Just open up your dainty little hand. You know this life is filled with many sweet companions, many satisfying one night stands. Do you wanna be the ditch around a tower? Do you wanna be the moonlight in his cave? Do you wanna give your blessing to his power as he goes whistling past his daddy, past his daddy's grave? I'd like to take you to the ceremony. Well, that is if I remember the way. You see, Jack and Jill, they're gonna join their misery. I'm afraid it's time for everyone to pray. You can see they've finally taken cover. They're willing, yeah, they're willing to obey. Ну, что скажешь? А есть такое же черное? Серьезно? Откуда у тебя такие представления о браке? И правда. Откуда бы им взяться? Я была замужем за твоим отцом, это было нелегко. Поверь, я свое отстрадала. Тогда зачем ты снова выходишь замуж? Джонатан — полная противоположность твоего отца. Он добрый, чуткий, и у него с головой все в порядке. В отличие от него. Ух ты, как романтично. Ты слышала новость? Нет, какую? Про папу. Нет, ничего не слышала. Что он там делает? Что вообще с ним нахрен происходит? Ты Жози, понимаешь? Перестань ругаться. Некрасиво. Я не в курсе. Ну? Так что думаешь? Я не знаю, мам. Ну что с тобой такое? Я не знаю, мам. Ничего. Как только подумаю о нем, он там совсем один.
ним все хорошо. У него всегда все хорошо. Эй. Она такая сучка. Ей вообще насрать, жив он или мертв. Да, детка. Но твоя мама, она непростая. Да, он козел. Просто козел, который бросил нас и все. Как скажешь, крошка. Но знаешь, твой папа, он непростой. Ну и каково это? Каково что? Постоянно курить свою долбанную дурь. Что ты ощущаешь? Как будто у Бога во рту фиолетовый язык, и он облизывает тебя им, потому что обожает тебя, потому что ты такой нереальный. Правда? Ну, тогда я хочу тоже. Моя девочка. Просто впускай его в себя. О, Боже. О, Боже. Что такое? Я просто не знаю, что делать дальше. Я чувствую концовку, но не знаю, как это выразить. Ну, может, пройдемся? Прогулка способствует творчеству. Да. Да. Это... не самая плохая мысль. Боже милостивый! О, Господи! Надень куртку и пойдем. Куда? Полиция. Но зачем? Чтобы узнать, кто это сделал. Я уже и так знаю. Это был Кевин. Какой Кевин? Кевин из паба. По правде, между нами было кое-что, и он немного ревнует. Я думала, мы все решили, но я поговорю с ним. Поверь мне, так будет лучше. Я это сама уложу. Хорошо. Ладно. А что с этим делать? Лучше это закопать, пока мухи не устроили пир на весь мир. Подожди здесь минутку. Куда ты ломишься, старик? Ты кое-что забыл у моего дома. Пошел к черту. Я хочу дать тебе один совет. Еще раз увижу тебя рядом со мной, моим домом или моей женщиной, у тебя у самого голова отвалится. Сэм, что ты делаешь? Он хочет голову обратно. Эй, не трогай это! Что? А то что? Что, мать твою, ты можешь сделать? Да, так я и думал. Чертов секунд.
Нифига ж себе. Посмотрите, какого секси профессора к нам занесло. Давай-ка быстро в кровать. И вот наша смена, я иду на полборта, и там же оказывается этот парень. На, я встречаю его прям там, жестко. И понеслось, все сбросили краги, все в кровавых соплях. И уже на скамейке коуч такой: «Чё за хрень, победа ведь? Это ж лучшая месть!» И я такой: «Ну да!» И мы нахрен вынесли их в одну, сука, калитку. Жесть, да? Поверить не могу, что он пропустил рождественский ужин. А, уверена, у отца была веская причина, что бы там ни было. Лучше бы у него она была. Может, он уже коньки отбросил. А то я сама прибью этого эгоистичного ублюдка. Хорошо, давайте выпьем. С Рождеством. С Рождеством. Счастливого Рождества. Рождества. Так у вас двое детей. Жузи и Лайтон. Да, но не славные. Самые лучшие. Я тоже так думаю. Хотя ребенок у меня один. Моя милая юная Шарлоточка. Мама. А сколько было жен? Две. С обеими в разводе. И здесь вы меня превзошли. У меня только один развод. И один брак, слава богу. А сколько вам уже лет? Мне 64. И опять победа за вами. Мне только исполнилось 63 в ноябре. У нас столько общего. Может, это нам надо спать друг с другом? Ну ладно, мам, ты уже переходишь все границы приличия. Да брось. Дай уж напоследок тряхнуть стариной своей бедной умирающей матери. Будем считать это благотворительностью. Эта тема закрыта. Что ж, если честно, у меня тоже был такой роман. После смерти твоего отца, еще в Монреале, и это была просто мечта. Он был не очень легок на подъем, но когда огонь разгорался, фейерверк. Так что 1-1, и пусть все будет хорошо в новом году. И счастливого Рождества. С Новым годом. А что за загадочный кавалер из Монреаля, о котором ты молчала? Что с ним случилось? Он умер. Я все собирался кое-что тебе рассказать о том, почему я здесь на самом деле. О чем я еще никому не рассказывал. Звучит как что-то серьезное. Да. Так оно и есть. Господи. Полиция? Это надо было еще нет, тогда... Нет, не надо никакой полиции. Садись в машину. Это не просьба. Мы едем туда. Если заявишь в полицию, богом клянусь, ты больше не увидишь не меня. Не шантажируй меня. Не заставляй меня. Так что же, черт возьми, мне делать? Еще один трудный вопрос. Я не могу ее потерять. Я не могу потерять еще и ее. Просто не могу. Можешь и потеряешь. Все истории любви со времен Адама и Евы кончались одинаково. Кто-то уходит или умирает, и ни ты, ни я никаким образом не сможем помешать этому. Возможно, тебе стоит подумать об этом. Возможно, никакая женщина
Никакой мужчина, никто и ничто не нужен, чтобы понять, что не так с тобой. Может, для тебя и так, пап. Но это все, что у меня осталось. Я не могу потерять ее. Ну, тогда твою мать удачи. Что ж, спасибо за добрые слова, пап. Доброе утро, Соня. О, как я люблю тебя. Я люблю тебя. И я тебя. Это моя дочь. Что она здесь делает? Джози, что ты здесь делаешь? Папа, ты в порядке? Да. О, я так рад тебя видеть. О. Я хочу познакомить тебя с женщиной, которую люблю. Это Шарлотта. Шарлотта, это Джози, моя любимая дочурка. Папа, это не смешно. Но это и не должно быть смешным. Мы любим друг друга. Кого ты любишь, папа? Здесь никого нет, кроме нас. Ну, вот же она стоит перед нами. Посмотри. Папа, ты пугаешь меня. Прощай, любимый. Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Hallelujah.
И тогда я подумал, почему бы не закинуться болеутоляющими для собак. Попробовал. Приход был, что надо. И я съел все, что было. Да, я знаю. Такая вот стрёмная жизнь была. Ну да ладно. Бывшая отдала собак на следующий день. А та злосчастная бутылка... Что ж, она так и стоит на столе возле раковины. Где я ее и оставил тогда? А я там, где я и должен быть, благодаря тому, что завязал. Хочу сказать спасибо судьбе за то, что сижу сейчас здесь с вами, ребята. И спасибо вам, что выслушали меня. Спасибо тебе. Меня зовут Сэмюэл, и я алкоголик. Привет, Сэмюэл. Спасибо за рассказ, Майк. Я пришел сюда очень похожей дорогой и тоже рад быть здесь. Я только что был у постели своей дочери. Похоже, она плотно сидела на героине. А я даже и не заметил. Потому что, будучи алкашом и эгоистом, я был слишком занят собой. Приятный сюрприз для меня. Твоей любимой дочки. Я звонил тебе из ресторана. 45 минут, ты не отвечала. А, это сегодня. Ресторан. Мне так жаль, я забыла. Я была так занята новым шоу и школой. Было столько дел. Ясно. Извини. А теперь пойдем со мной. Нет, ты иди сам. А я тебя потом догоню. Все, малыш, и мы сможем нам поговорить. Пора идти. Нет, папа, ну пожалуйста. Пойдем со мной, родная. Пойдем. Папа, прошу тебя. Пойдем, малыш. Пошли, пошли. Хорошо, пошли. Хорошо. Я отведу тебя домой. Идем. Эй! Какого хрена, мужик? Еще раз увижу тебя с ней, закопаю живьем. Она такая же, как в тот день, когда мы принесли ее домой. Я помню каждый день. Бедная моя, бедная. Это моя вина. Я должен был заметить. Нет, я тоже виновата. Как только она отдохнет, мы отведем ее к врачу. Все будет хорошо. Да. Мне, наверное, пора. Уже поздно. Хорошо. Спокойной ночи, родная. Я буду медленно выбивать из этого мудака остатки его никчемной жизни. Он просто болен, Лейтон. Поэтому причиняет боль всем вокруг. Я и сам делал точно так же. Причинял боль самым близким мне людям. Я так сожалею об этом. Ты был не так плох. Вообще-то, конечно, ты был дерьмовым отцом. Половину времени, другую половину. Ты был ничего. Спасибо. Ты слишком добр. Да, я знаю. Не благодари.
Я наделал столько ошибок в своей жизни. Я так сильно заблуждался. И так часто, что кажется... Это все бесконечная череда одних ошибок. Может, было бы лучше для всех, если бы я... Что уж там. Что еще сказать? Кроме... Простите. Я благодарен за то, что вы все сегодня со мной. Спасибо вам. Большое. Спасибо тебе, Сэм. Did I ever love you? Did I ever need you? Did I ever fight you? Did I ever want you? Did I ever leave you? Was I ever able? Or are we still leaning across the old table? Did I ever love you? Was it ever over? And is it still raining back in November? The lemon trees blossom, the almond trees wither. Was I ever someone who could love you forever? Was it ever said? Was it ever over? And is it still raining back in November? The lemon trees blossom. Сэмюэл Оши, «Отцы без матерей». Извини за опоздание. Эй, а вот и он, словно Лазарь. Как тебе новая трезвая жизнь? Ценю каждый прожитый день, как говорится. Ну, какой сегодня день. Весна. Прогуляемся, старина. Прости за эту глупую шутку про Лазаря. Да ничего страшного. А все-таки, почему ты никому ничего не сказал раньше? Можно было что-то придумать. Помочь как-то. Да я и сам не понимаю. Да. Переходя к приятным темам, пробная копия.
Скоро в тираж. Мне правда нравится. Спасибо. Я рад. Эта линия с умершим отцом очень трогательна. Да. Франкенштейн было весьма неожиданно. Только, пожалуйста, не говори мне, чем все закончится. Я хочу узнать сам. Я могила. Серьезно, старина. Книга потрясающая. Ты молодец. Из уст старого друга это особенно ценно. Спасибо. Пожалуйста, чертов везунчик. Написать роман — это то, о чем я всегда мечтал. Вернуться из глуши, чистым и трезвым, снова в седле. В этой короткой игре под названием «Жизнь» ты, мать твою, победитель. Да, так выглядит со стороны, но я ведь умираю. Мог бы и не дописать. Но хер тебе, мудила с косой, понял? Да, пошел этот мудила. А знаешь, это все правда, Брэндон. Солнце теплое, горы высокие. Жизнь коротка. Очень коротка. Но так, так прекрасно. Ну, короче, мы с тех пор не разговариваем. Я типа скучаю. Ты рассказал ему о своих чувствах? Нет. Думаешь, стоит? Да, попробуй, попробуй. Держу. Порядок? Да, это забавно. Надо делать это почаще. Да? Давай. Ноябрьское солнце закатилось за зеленые холмы, и синева бушующего моря потемнела. Запах сигарет, выкуренных призраком моего отца, путешествовал по ветру. И этот ветер продувал меня насквозь, холодный, как мои дни, неудержимый, как мои годы. Он оставил во мне лишь один вопрос – кто же я? Оставленный своей матерью, пятилетний ребенок, робкий, как одинокий лист. Или 16-летний подросток, застывший, словно лед, у смертного одра угасающего отца. Или этот одинокий старик, что бок о бок с призраком сидит на краю земли, омываемый бушующим морем. Лишь один вопрос – кто же я? В мире призраков. Спасибо. Сэмюэл, я просто хотела сказать, это было великолепно. Благодарю. А еще то, что... Как сказать? Я рада, что ты не призрак. Я тоже. И что ты у нас есть. Да. Ладно, пойду читать новую любимую книгу. Рекомендую. Под нее хорошо засыпать. Это навряд ли. Весьма неплохой роман, профессор. Только сюжет вот какой-то знакомый. Что происходит? Моя идея. А? Что? О парне, который видит умершего отца. Я рассказал тебе о ней в то утро на горе. Ты, гад, украл у меня идею. О чем ты вообще говоришь? Ты украл мою идею для своей долбанной книги и заменил пару-тройку деталей, но она все равно моя. Я рассказал тебе о ней. Это моя история. А ты, сука, вор. Ты, мать твою, вор. Ты забрал меня. Убери руки. Ты забрал у меня девушку. Ты все у меня забрал. Ненавижу тебя. Я, мать твою, ненавижу тебя. Что-то случилось? Ты весь вспотел. Ничего. Тебе жарко? Да, чуть-чуть. Ты в порядке? Я пойду подышу воздухом. Прошу прощения. Эй, рад тебя видеть. Где ты пропадал? Прости, сын, но нам пора. Что?
Господи боже, этот мерзкий наркоша грохнул меня. Да, да, вышиб тебе мозги. А почему же ты не предупредил меня? Я не мог. Пора идти. Но я не могу так уйти, пап. Смотри, как я им нужен. Я только начал давать им то, что давно был должен. У них все будет хорошо, поверь мне. Так или иначе, но все сложится. Ты уверен, пап? Да, я уверен. Ты хороший человек, сын. Я горд за тебя. И я люблю тебя. Ну, спасибо, пап. А теперь идем. Так что же? Что? Это и есть смерть? Да, вот такая она. Не, этого и ожидал. Но это не совсем конец. Это похоже на прогулку до вокзала. И там нас ждет поезд. И куда мы едем? Домой. Домой? И мама там будет? Извини, сынок, но это так не работает. А как же это работает? Ну, обычно первое, что происходит, это... Now I greet you from the other side of sorrow and despair, with a love so vast and shattered, it will reach you everywhere. Фильм дублирован компанией Akimbo Production в 2021 году. Режиссер дубляжа Максим Кофов. Звукорежиссер Алексей Климась. Роли дублировали Игорь Тарадайкин, Александр Коврижных, Татьяна Ермилова, Татьяна Абрамова, Евгений Рубцов, Александр Корлин, Александр Воронов, Антон Эльдаров, Юлия Яблонская, Яна Смирнова, Глеб Глушенков, Александр Груздев, Сергей Пономарев, Ольга Кузнецова, Глеб Гаврилов и другие. Will